Ладно, ребят, возвращаемся к истокам, к главной игре моей жизни. Знаешь, вот что-то главное в твоей жизни, оно на самом деле бывает не такое количество раз. И мне кажется, что похоже, что вообще часто всего один раз. Ну, значит, я не могу тебе точно сказать, с какого я года играю в Сан-Андреас. Вот прямо точно именно с какого года. Так, подожди, два раза В, это у меня в Майнкрафте. Здесь как бежать? Так, Shift прыгать, на пробел бежать, да. А компьютер у нас появился примерно в то же время, что и дача, она же исследовательская станция. Но мне сосед поставил вскоре вот эту игру. Блин, ну, мне кажется, что это... Что это было, наверное, ну... С 2008 года я точно играю. С 2008 года, вот так. Но сейчас у меня, как говорится, ну, в Майнкрафт я очень много играл сейчас. Ну, наверное, если ты смотришь, то ты это знаешь. Играл. В общем, кое-чего достиг, кое-чего научился. Так, обрел уже такие, прям такие, сказать, ну, скиллы, что называется. Ну, навыки такие, доведенные до автоматизма, не знаю, как правильно, какое правильное слово подобрать. Ну, в общем, там, на какую кнопку нажимать, там, как там, что крафтить там. Определенные там, ну, что, ну, ты знаешь все. Просто, понимаешь, я записываю очень много видео, я вынужден повторяться. Ну, сейчас это немножко у меня зашло. Тупик, что-то я сейчас вот думаю, сейчас сяду записывать Майнкрафт, а потом, значит, думаю, что я буду записывать уже, все, в общем, я там сделал, что-то не особо, ничего пока нового, вдохновляющего в голову не пришло. Погружаться в мрачный мир сталкера мне сейчас неохота, но это предстоит, потому что мне, ну, сталкер надо пройти. Там у меня все застопорилось, я не знаю, там я уже про это писал в комментариях, отвечал, что я там вперся в какую-то местность, непонятно. Слушай, видишь, какой хайвей длинный, а? Как тебе нравится? В общем, вперся в местность, которой выхода я не нахожу вообще никак. И надо будет походить заново. Ну ты глянь, а хайвей, он что идет по всему штату, что ли? Кстати, не исключено. А давай вот по нему проедем. Ну, вот, допустим, шоссе Джулиас Восток. Вот, допустим, вот здесь. Сделаем остановочку. И прогуляемся. И там миссия, это потом. Миссия, это несущественно. Тем более, что и... Так, как прыгать? Так, а, молодец. Тем более, что когда я начинал играть только... Я вообще не знал, что здесь нужно какие-то миссии проходить в Сан-Андреасе. То есть я сначала просто бродил. Опа-на. Слушай, я думаю, мне показалось. Офигеть, пароходик. Послушай, ну я попал. Баскетбольная самая настоящая площадка. И наверняка здесь можно сыгрануть баскетбол. Я так полагаю. Почему здесь люди-то сидят, что-то я не понимаю. Ну-ка, ну наверное можно. Они ничего не пишут. Там, наверное, можно. Но могу тебе доподлинно сказать, что я здесь никогда не был. Уютнейшее местечко. Тут, похоже, железка, да, тут проходит железка. Да, ты смотри-ка. А вот этот туннельчик, я вообще думал, что вот так как к нему подхожу, и мне показалось, что там все просто нарисовано. Так, да, забор. Забор снесем. А, то есть это забор несносимый, да? Так получается. Кадайка вот здесь. Ну, да, он несносимый. Думал, что там в этом туннельчике нарисовано что-то. Просто он, видишь, живой туннельчик. Шикарно. Шикарно. То есть здесь получается такой закуток, из него, в общем, выходы какие? Один выход получается только здесь. Ну, обалдеть, я доволен.
Ну, пойдем тогда, пойдем. Пойдем дальше. Да еще раз я посмотрю. Там, видимо, какие-то нефтеналивные дела вот там впереди. О, молодец, залезает. А, ну да, тут вот забор идет, который уже выводит именно к хайвею. Да, 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 слушай. Вот здесь... Ух ты, стоп. А можешь снова залезть? Да, спасибо, родной. А в понижении, смотри, идет дорога железная, уходит в туннель. Там за колючую проволоку я не залезу, я думаю. А давай пойдем вот здесь вдоль железной дороги. Как мы еще в жизни вообще так сможем сделать или нет? Ух ты, блин. Поезда нехило бегают. Ну да, вот там вот я припарковал машину. Ну давай пойдем вот так вдоль. Найдем потом новую машину, господи. Вопросов-то. Вот. В жизни тоже можно так сделать. Но понимаешь, я, конечно, упустил тот возраст, вот, когда... В детстве можно было все, можно было куда хочешь залезть, и сделали бы только усю-сю и ничего. Блин, я хочу нажать эту самую кнопку действия, как в этом, ну, как в Half-Life, чтобы открыть этот сундук. Ну вот, говорю, что упустил это время. Сейчас тоже можно, но сейчас, видишь, по паспорту сразу заметут, там начнется вся эта. Вообще... Да нет, я, в принципе, не жалуюсь. Но правовое общество, оно, конечно, имеет ряд, на мой взгляд, чудовищных недостатков. Потому что именно что, как правило, тот человек, на чьей стороне правда, он оказывается, может оказаться в сильной опале. Ну, как говорится, надо... действовать по обстановке. Давай залезем еще сюда. И, в общем, как уж говорится, иметь в виду ту данность, которая есть. Ну, вот ты глянь. Я тут никогда не был. Никогда. Вообще. Где-то уже в подобном месте я был. Ну, вот именно здесь, по-моему, никогда не был. О, пожалуйте. Пожалуйте, сколько тут у нас их. И подкова, и ракушка. Ну разве это не чудо? Что, берем, что ли? Так, устрицы 2, да. Из 50, подкова 4 из 50. Так, эти... Дай нырнуть-то. А, он тут не глубоко. Ну прям у меня даже уже азарт. Что эти все подковы насобирать. Так, а давай, ну хорошо, идем дальше. Сейчас нам уже надо будет по-любому сохраняться, потому что, чтобы сохранить прогресс с подковами. Вот как-то получается, что я все по одним и тем же местам шастал, понимаешь? А что тут это светится, как будто бы как на этом самом, на соревнованиях такой луч, на который надо ехать. Это просто получается, да, вот такой, как луч света. А ну-ка сюда дайте, можешь залезть? Ну, наверное, можно, но только не отсюда. Не страшно. Ну да, это хотел. Все, я осознал, что это хотел. А, дай глянем. Ну, понятно, что мы еще в Лас-Вегасе. И, кстати говоря, вот можно сейчас купим собственность где-то здесь. Че, может, вот эту точилу возьмем легальным образом? Ну, как бы она никому не принадлежит. Да, возьмем, прокатимся. Сейчас особо мне быстро езды мне не нужно никакой. Так, давай просто по-человечески вырулим отсюда. И... Так, вот, аж, посмотри, это получается, что то же самое шоссе с
Слушай, давай все-таки я постараюсь найти, где здесь дом-то на продажу. Нет, видимо, не здесь. Здесь получается, что типа мотели каких-то, наверное, тоже. Люди тут везде живут. Ну, чудесно.